так только что записал обзор на короткую программу, так что всем бегом смотреть на Boosty. Ну, сегодня выделились два проката. Один самый свежий, а другой самый смешной. Самый свежий — это Зоя Пестова и Сережа Лагутов, а самый смешной — Полина Жарова и Ранелли Батулин. Зоя сегодня порадовала своей презентацией, прямо от нее свежестью веяло и от самого проката. Единственное, катание проседало немножко на этом фоне, не хватало глубины и больше все было поверхностное. Но за счет презентации все это больше нивелировалось. И самое главное, прокат смотрелся легко и свежо. Ну и Полина с Ранелем сегодня порадовали. У Полины, кстати, костюм поменялся, стал гораздо лучше. Вот так вот покороче вот этот пиджачок или что-то такое, прям чтобы животик был виден, это хорошо. А Ранель решил сегодня немножко отдохнуть, поваляться на льду. Причем, что интересно, первое падение прям в музыку получилось. Там в музыкальной композиции гром гремит в этот момент, и Ранель под звуки грома падает. В этом плане получилось прям даже органично. Ну а полный обзор на все прокаты на Boosty, так что бегом все смотреть там.